Недавно завершился летний кубок «Гераклеон» по функциональному многоборью. И мы в лаборатории начали обследовать победителей и призеров данного турнира. Ну, прежде всего, хочется оценить, насколько физически готовы лидеры в различных полувозрастных группах, для того, чтобы мы могли все-таки создать модельные характеристики так называемого идеального кроссфитера. И в дальнейшем в нашей работе выставляли оценки тем атлетам, которые будут тестироваться у нас. Ну и стоит отметить, немаловажную роль играет здесь анализ лабораторных результатов с результатами в соревновательных комплексах, для того, чтобы посмотреть, из-за чего же спортсмен показывает тот или иной хороший или плохой результат, что его может не пускать вперед. Физиология ли, или все-таки техника, тактика или психология?